проходя мимо своих кур, не могла вам немножечко не снять. Вот они мои красавцы. Василий, спой песню, детка. Ты моя умница. Теперь показываю наше детское отделение сарая. Здесь у меня сейчас цыплята или подростки Ломан Браун. Сегодня мы здесь наведем порядок и переселим своих цыплят Грисбар. Это моя малышня Грисбар. Сегодня им 9 дней. О них я сниму немножечко попозже и ставлю вам. Сейчас, видите, они спят. Не хочу им мешать. Здесь им уже, конечно, тесно. Сейчас я вам немножко поснимаю своих красоток Ломан Браун. Посмотрите, они какие уже у меня. Вот такие. Нам сегодня 40 дней. Вот такие они лапушечки. Вот такие доверчивые. Маленькие. Всем нужна ласка. Вот она какая. Лапушечка. Очень любят мои девчонки овсяные хлопья. Вот они. Готовы с пальцем съесть. Сегодня моим грисбарчикам 18 дней. Сейчас я у них поубираюсь. Вот, посмотрите, мои голчата уже большие. А потом я взвешу. Не знаю, какая должна быть норма. Но, по-моему, идут неплохо. Бодрые. Неплохие цыплята. Все выровненные. А лапища у них, как у настоящих бройлеров. Опилок у нас нет, но мы рубим на вот такие мелкие кусочки сена, луговое сухое. И вот такая у нас подстилочка. Цыплята с удовольствием в ней купаются, что-то выбирают для себя. Сейчас мы с вами взвесим вот такого вот хорошего цыпленка. Не знаю, как он будет стоять. Вот ты мой маленький. Давай, 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 мой хороший. Посмотрите, какой он страус. 300 грамм. Вот такой хороший, замечательный, да? Вот такой маленький. Вот ты мой золотой. Посмотрите, какие у него лапища. Вот он мой грисбар. 300 грамм. Ребята, мне они нравятся. Давайте взвесим еще одного для чистоты эксперимента. Посмотрите, какой стандартный вес. 300 грамм. Хороший. Хороший. Очень спокойная птица. Очень. Посмотрите, какие у него лапища. Да, мой зайчик. Все. Вот они мои цыпушки. Зашли на обед. А рядышком живут грисбары. Обязательно огородили их сеткой, чтобы птица наша старшая не смогла к ним залетывать. Потому что девчонки все-таки намного шустрее. Неизвестно, как они поведут по отношению к меньшим братьям. Кормлю я цыпушек комбикормом уже для кур-несушек. Ну, также подмешиваю дробленку и немножко пшена. Ну, а выгульники у них сухое
свежее сено. Видите, какое раздолье? Вот они там гуляют. Убежали. Вот они, наши цепушки. Ломан Браун. А в таком большом коробе живут грисбары. Вот они уже успокоились. И сейчас будут кушать. Аппетит у них неплохой. Даю им корм нулевка для бройлеров. Естественно, подмешиваю и пшено, потому что они его очень любят. И дробленую пшеничку. И даю зеленый лук. Места всем хватает. Вот они ковыряются в сене. Вот они, мои цыплята. Мне кажется, что растут они неплохо. Вот такие замечательные цыпы. Дальше буду вам снимать, потому что для меня эта птица очень интересная. Какие будут результаты, я вам обязательно сниму. Видно, что есть. Вот здоровый какой. Есть петушки, я так думаю. И немножечко им уступают, скорее всего, это курочки. Вот такие они. Ну все. Всем удачи. Всем всего самого доброго. До свидания.